перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. Всем привет, дорогие друзья. Хуй-хай-хуй-хай. Всех приветствую, дорогие друзья. Форматика, привет. Всем привет. Вышел в эфир для того, чтобы... Привет, Ниагара. Для того, чтобы обратить ваше внимание на видео, которое я записал. Оно лежит у меня на странице в Инстаграме, везде, ВКонтакте, в сети. Вы можете взять и это видео тоже и распространить его. Вот. Я сегодня вышел выпуск талантливого Bad Comedian, вот, где касается, где Женя разбирает наш фильм «Газголдер» Клуба Ре, и касается меня, моих высказываний касаемо касаемо пенсионной реформы, где он там подводит под то, что я опираясь на какие-то вот куски из интернета, подводит к тому, что я являюсь там, пропагандистом и тому подобное. Нашел идентичность в моих словах. Мы с ним разговаривали 20 минут, и я пытался ему объяснить, что, ну, свою позицию, что я озвучил свою позицию, находясь на пресс-конференции в Ростове-на-Дону, опираясь на ту информацию, которую я почерпнул в интернете. И, видимо, те статьи, которые я читал, касаемо пенсионной реформы, они оказались, ну, недостоверными, искаженными. Вот. И озвучивал я свое мнение. Вот. Он говорит о том, что я там продался, ну, в хорошем, в правильном контексте, в грамотном, о моей продажности и тому подобное. Вот. Я поэтому записал официальное сообщение, обращение ко всем людям. Я его хочу сейчас прочитать. Можно у вас, Дмитрий? Еще здесь в прямом эфире прочитать свое обращение, которое я записал, чтобы закрыть окончательно вопрос касаемо пенсионной реформы. Оно у меня записано, чтобы не сбиваться, я прочту его. Всем внимание. Я хочу принести свои искренние извинения всем, кого не оставила равнодушной или оскорбила моя позиция о пенсионной реформе, озвученная мной на пресс-конференции в Ростове-на-Дону в сентябре. Мне не стоило утверждать что-либо, не разобравшись в важных нюансах проведения пенсионной реформы. Мое мнение опиралось на несколько прочитанных мной статей с недостоверными и искаженными данными. Мне искренне жаль, что мои слова были поняты и процитированы таким образом, а также сопоставлены с позицией пропагандистов. Мне непонятны обвинения в моей продажности власти. Важно. В финансовых и идеологических отношениях с властью я никогда не состоял, не состою и состоять не буду. Я приношу свои искренние извинения всем, для кого моя позиция стала основой дискуссии, которую мне хотелось бы закончить своей единственной точкой зрения здесь. Внимание всем! Я не поддерживаю пенсионную реформу и считаю ее большой ошибкой. Это мое извинение. Мне всегда хватало мужества признавать свои ошибки и считаю нужным сделать это сейчас. Вот такая вот история. Я надеюсь, что после этого сообщения, после этого обращения, все вопросы касаемо моего мнения насчет пенсионной реформы будут закрыты. Я еще раз хочу обратиться ко всем. Мне, конечно, очень льстит, что мое мнение для многих людей очень важное. Правда, мне очень приятно на самом деле. Но мое мнение иногда бывает ошибочным, и я могу ошибаться. Вот. Мне очень грустно, что во всей этой истории на озвученное мной мнение сформировалась целая коалиция людей, которые вообразили себе, что я там продался, там, являюсь пропагандистом. Вот. Мне очень печально. Потому что я сказал просто свое мнение. Пусть оно было 1000 раз неправильным, пусть это будет 1000 раз ошибочным мнением. Вот. Я готов менять свое мнение и готов извиняться в тех случаях, когда я бываю неправ или делаю что-то не так. Вот. Это то, что касаемо всего этого. То, что касаемо
всех остальных там, конфликтных моментов в моей жизни, я могу вам сказать, что если кто-то из вас вспомнит каждый мой конфликт, пусть то конфликт с Немагией, конфликт с Децелом, конфликт с кем бы то ни было, я никогда не был зачинщиком этих конфликтов. И всегда просто оборонялся, защищался, принимал меры, которые помогли бы мне защитить свое достоинство, свою честь, свое детище. Поэтому упреки и обвинения меня в том, что я там какой-то злодей, который там кого-то затравливаю или что-то еще подобное такое нехорошее делаю, это все ложь и фейк, это обман, это слова, которые под собой ничего не несут, кроме пиздежа. По-другому я, к сожалению, не могу даже назвать, это просто пиздеж. Еще раз повторю, святоши, которые играют вот сейчас, после трагической смерти Кирилла Толмацкого, в его фанатов, поборников справедливости, вы все фальшивки, и вам еще раз это говорю. Открыто, честно называю вас просто фальшивками. Потому что кроме любования самими собой, там ничего нет. Я просто вот почитал несколько комментариев, вот там пишет одна дамочка, у которой закрыт, естественно, аккаунт, написано «Хатха-йога, пробуждение к свету», аккаунт закрыт. Хатха-йога, если вы слышали, дорогие друзья, что это хатха-йога мне написала, вы бы просто в гробу перевернулись. Вот. Столько желчи, столько злобы, столько негатива, не имеющего под собой никаких вообще оснований. И это очень печально на самом деле. Вот. Я еще раз повторюсь, что для всех тех, кто решил на меня ополчиться и на мне отыграться, потравить меня, я вам честно скажу, я никому не подарю шанса меня затравить, чтобы я курнул спайса и умер от остановки сердца. Такого варианта я своим врагам не подарю, поверьте. Никогда. Ни одному. И вам не советую. Никогда, никогда не откликайтесь на, не ведитесь на поводу агрессии, а попытайтесь как-то здравомысленно все рассудить. Потому что нет ни одного вопроса в этом мире, который нельзя было решить разговором. 100%. Такие его дела, дорогие друзья. Все остальное это мелочи и ерунда. Вы знаете, почему я решил выходить в эфиры чаще, да? Потому что я столкнулся с тем, что очень много фуфла, обмана, фейка, клеветы выдаются за правду, и ее поддерживают налетевшие вот ко мне в Инстаграм говорящие попугайчики, я так их называю. Это люди, которые ставят своей целью просто достать кого-то человека. Я решил просто выходить и на это говорить свою правду. Вот как есть, отвечая за свои слова, говорить как было, как должно быть для меня. Поэтому давайте, поэтому из меня, я еще раз я повторюсь, да, я вот это уже стандартно говорю, еще раз я повторюсь, дорогие друзья, о том, что я в своих суждениях, на пресс-конференциях, в интервью, я пытаюсь говорить то, что понимаю и то, что знаю. Могу ошибаться, могу быть неправым, могу изменить свое мнение. Изменить свое мнение, я еще раз повторюсь. Почему вот я доставал людей и говорил, что нужно просто извиниться. Извиниться, в этом нет ничего трусливого и слабого. Извиняется человек сильный, который осознает свои ошибки и идет дальше. Я свои ошибки стараюсь осознавать, других вариантов у меня нет по жизни. Вот. Это не сопли, друг мой. Вот пишет мне Вась, ну хватит, это уже на сопли похоже. Друг мой, это не похоже на сопли. Здесь нужно просто разжевывать, доносить, пытаться как-то каждому вложить в голову какие-то простые человеческие истины, понятные каждому. Вот. Потому что очевидно, по тому, что пишут у меня в сети, вот ты вот пишешь, что это сопли, заходи ко мне на страницу, вступи в дискуссию с кем-то, попытайся отстоять свое мнение, чтобы там не разводили сопли. А отталкиваясь от того, что пишут мне, показывают, там, я понимаю, что, сука, ну просто надо разжевывать шаг за шагом, объяснять свою позицию, почему именно так, а не по-другому, понимаешь? Вот давай сейчас войдем, почему мне выпить? Такие вот дела. Так что посмотрите мое обращение. И я еще хочу обратиться ко всем своим подписчикам. Давайте о помощи прошу.
Давайте входить, вступать как-то вместе в диалог с теми людьми, которые за закрытыми аккаунтами пытаются что-то там навяливать, не имеющие отношения к действительности. Да, оставлять свое мнение. Я предлагаю каждому, кто имеет мне что сказать, вот просто писать мне, я готов выйти с вами в прямой эфир и в прямом эфире просто с вами разговаривать. Вот с каждым. Вот кто имеет что мне негативное сказать и хочет... Из-за слова. Вот, есть продолжение, есть продолжение. Слышно меня, да? Поэтому прочитайте это сообщение и разошлите его всем, пожалуйста. Чтобы уже закрыть этот вопрос окончательно. Все, я вас всех обнимаю. Поехали снимать.